В Ненецком округе за прошедшую неделю выявили порядка 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости в регионе составляет более 200%. На сегодняшний день 9 человек получают лечение от COVID-19 в стационаре Ненецкой окружной больницы. У нескольких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Они получают кислородную терапию. У нас произошло за выходные дни ввоз коронавирусной инфекции из санаторной организации. Пациенты выезжали в санаторий Вологодской области и привезли на себе коронавирусную инфекцию. Сейчас мы отрабатываем те контакты, с которым, кто там был в этом контакте, полагаю, что у нас еще будет увеличение роста числа заболевших. Необходимо отметить, что среди заболевших у нас есть те лица, которые были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. И те лица, которые вакцинацию прошли, у них заболевание протекает в очень легкой форме. Рост распространения коронавирусной инфекции отмечается во всех регионах Российской Федерации. Ненецкий автономный округ – не исключение. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого округа, в числе заболевших более 20 человек, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Это всего 0,2%. То есть данная статистика показывает, что вакцина, которая используется в регионе, она более чем эффективная, потому как заявлял Минздрав, что эффективность вакцинации 95%. Но на сегодняшний день мы видим, что у нас эффективность вакцинации почти 99,8%. Поэтому единственный способ, как нам уберечь население, а население сейчас стало выезжать, это сейчас активно вакцинироваться, чтобы мы ушли хотя бы к середине июля уже полностью вакцинированными. В свою очередь губернатор округа Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту подготовить предложение, как предотвратить ВОЗ инфекции на территорию региона. Как мы знаем, во многих субъектах страны из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболевших ковидом вновь вводятся жесткие ограничительные меры. Послабления отменены. Не исключено, что ряд ограничительных мер, отмененных ранее, возобновят и в Ненецком автономном округе. В настоящее время этот вопрос прорабатывается и будет вынесен на обсуждение на следующее заседание оперативного штаба. Ранее на оперативном штабе было принято решение рекомендовать работодателям округа допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификата о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Соответствующая рекомендательная норма для работодателей внесена в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, телеканал «Север».